Любить, творить, играть. Так называется всероссийская выставка портретов известных артистов в сценических образах из коллекции Московской галереи «Золотой плёс». Она откроется в Чебоксарском центре современного искусства на следующей неделе. О подготовке к выставке в нашем материале. Холст, краски и кисти. Художник Сергей Алдушкин рисует актрису русского драматического театра Ларису Блинкину. Ее образ – госпожа Кручинина из знаменитой пьесы Островского «Без вины виноватая». Что-то классическое, мне она нравится очень. Спектакль уже более 10 лет. Актриса задумчиво смотрит вдаль. Кружевное платье, теплая шаль. На будущей картине уже проглядываются детали. Портреты известных мастеров сцены собирались годами. Их набралось около 60. Теперь в экспозиции будет и портрет актрисы из Чувашии. Выставка уже побывала во многих российских городах. Где выставка проходит, как обычно, теперь мы решили одну из актрис местного театра обязательно включить в выставку. Нравится вообще вот этот мир. Это же самые красивые люди, самые передовые. Ну, я не знаю, это, которые вдохновляют вообще художника. Вот поэтому эта работа не прекратится, я думаю. Этот проект существует более 10 лет и представляет собой своеобразную антологию современного театра. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.